Максим, рада тебя видеть на поле. Как ты себя чувствуешь, как тренировки? Спасибо. Чувствую хорошо себя, с каждым днем лучше. Есть еще небольшой дискомфорт, но врачи говорят, что это нормально, будет со временем проходить, заживать. Так что так размеренно дает мистер нагрузки, чтобы я выходил плавно и чувствовал себя хорошо. А как оцениваешь свое состояние? Состояние хорошее и функционально хорошее, поэтому здесь проблем никаких нет. Сегодня ты был капитаном, что это для тебя значит? Ну, это много значит, конечно, это да, сложно передать словами, это что-то намного больше, чем для меня лично. Быть капитаном команды, даже в товарищеской игре, то есть это большая гордость. И я мечтал об этом с детства, поэтому спасибо мистеру за доверие, и приятно, конечно. В первом тайме у «Шахтера» были сложности. В чем причина? Может, потому что сильно рослые игроки у «Хобра»? Как вы скажете? Ну, в принципе, мы были готовы к этой игре. Понимали, что соперник исповедует силовой футбол. Поэтому, может, где-то не получалось сначала, но потом уже привыкли, поняли, как они играют, как нам надо играть. Через передачи выходить, короткий пас и быстрее переход с обороны в атаку. Я думаю, что во втором тайме больше получалось. В целом, как командой, вы довольны сегодня? Это тренера надо спросить. Хорошо, что выиграли, но мы работаем, нам есть куда расти, и еще надо улучшать свою игру.